И снова здорово, сталкеры, с вами я, Ким, и я начинаю прохождение сталкера в ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией. Редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения, по разным оценкам, присутствует от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Ну вот, примерно такие пироги. Так. Ладно, сейчас попробую немного убрать звук. Он может быть громкий, но хотя бы так. Но это минимум уже. Да, давно я тут, однако, не был. Ой. Все. Так. Мыльно, конечно, немножко мыльно. Ну, нормально, нормально. Это, по-вашему, недельный запас провизии? Мне этого и на 2 дня не хватит. О, привет, ребят. Что делаете? Мужик, ты оружие-то спрячь. Слушай, чувак, у тебя вот что-то вот тут вот. И у твоего друга. Ну, ладно, у друга пока все есть. У них просто оружие клево. Нафиг пистолет. Дайте мне гранаты, жрачки, все. Так, ты куда дробовик-то забрал? Нафига мне твой обрез? Патроны. Все. Можем идти дальше. Сейчас посмотрим. Там у нас, по-моему, как он называется-то? Все забыл. Котел. Ну, сначала сходим вот на замснаряд. За артефактом. Потом пойдем на скадок. Скадовская, вон я уже вижу. Так. Не заблудиться бы здесь, давно уже тут не был. Так, нафиг пистолет. Когда есть такая волна. Так, все, идемте.
Надеюсь, какая-нибудь неведомая зверюшка не захочет выпрыгнуть из меня, на меня из-за кустов. А то я нервный. Могу это, на курок нажать, и по болоту будет свои мозги собирать. Не очень приятная перспектива в жизни. А вон там снаряд. О, во, светится. Ну ладно. Дам, дам, дам. О, начинает фонить. Надеюсь, у меня волосы за секунду не выпадут. Так, сейчас будем заниматься паркуром. Все, затащил. Кстати, мне пятерку. Все, пошла радиация. Тут есть какие-нибудь артефакты? Нет, пока только вроде показывает этот, за которым мы идем. Так, тихонечко. Нага. Ладно, шучу. Вот тут серьезно выедает прям. Не хочется здесь оставаться. О, руль. Опа, отспаунились 3 человека. Я тут уже знаю, что. Не, серьезно фонит. Очень сильно. Братишка, слушай, тут артефакт есть целебный. Мне зарез нужен. Друга. Друг загибается, лекарство не помогает. Я этот артефакт с первого раза достать не смог. Газировку вляпался. Ты его, честно, не видел? Нет, не видел. Какой артефакт? Я вообще просто шел. Чеши, по чеши! Крыше упал. Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Да, да, жизнь больше. Совсем бывает. Ребят, власть, я знаю, что один там, другой там. Ладно. Я это. Лимонка кидаю. Ты куда побежал, больной? Агрю. Так. О! Сейчас я хочу, чтобы у тебя голова под напором пуль взорвалась. Да. Сейчас только ты мне силу дашь. Оп! Красота. Заезжай только долго. Ну мне, пожалуйста, и патрончики, хлебушек. О, я смотрю, ты это. Выпить любил. Ну ладно, полежи. Я пока пойду с своими дружками разберусь. Дегтярев, давай. Тоже мне. Ладно, убери это все. Так, что у тебя тут? Братишка. Патроны. Какие-то все бедные. Так, а ты там кто? Вобла, Петруха, Треска? Вобла, Вобла. Люблю Воблу. Было печально, что тебя звали Треской. Ну, а теперь можно и на Скадовск. Так, посмотрим, что за несколько минут игры я себе успел добыть. 2 автомата калашника, зачем, не знаю, разрядить и выбросить. Нет, это пока оставлю, это выброшу. Ну, ПМ, по-моему, либо продам, либо положу в ящичек. Так. Значит, артефакт. Радиация плюс 6. Очень сильный и очень важный артефакт. Ну, в основном патроны и самое главное, дробовик. Свинка, пиги. Пиги, пиги. Давай, охота. Так, я слышу колобка. Колобок. Колобочек, стой, стой. Я что, вашу всю семью собрал? Пиги, пиги, стой, пиги, уходи. Я не хочу тебя убивать, ладно, хочу просто умри. Вот так только на вас патроны потратил. Ух, такое странное дерево. О, Скадовск, здравствуй. Оп. Ребят, открывайте. Здрасте. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Сейчас подойду, ребят, сейчас подойду. Здравствуй, сталкер. Дай-ка мне хлебушек. Пауза. Давай, бакси.
Лучше бы на гитаре. Попутного ветра. Так, спасибо за внос в мой пенсионный фонд. А я пойду пока что-нибудь продам. Но перед этим... Ну-ка, привет, здорово, ребят, все хорошо. Я ранение, у вас тут немножко заберу. Все, да, прощай. До свидания. Позарьте дальше. Слухов. Здорово, Сыч. Здорово, не виделись. Ух ты, тебе можно АК продать и пистолет. Да и патрон в этом забирай. Да и пару гранаток. Хотя они спасают мне жизнь. Так, ладно, сейчас пойдем к бандосам. Нет, я пока на них, ребят. Пока что только бандиты, только хардкор. А, борода, слушай, я тут, короче, за корючку нашел. На, держи. Вот, это и спасибо. Мало. Будет чего интересного заходить. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. А сам можешь поговорить? Со всеми вопросами в любом. Ладно, здорово, короче. Какую работу ты можешь мне предложить? Конечно же, интересует. Все. Так, костер, погнали. Трое сталкеров делятся советом. А, все, погнали. Я себе куртку черную достал. Splinter Cell в Чернобыль сейчас будет. Мастер стелса. Ну, хотя какой у меня стелс? Просто идти и ловить пули лицом. Все. Поехали. Все мы их. Тихо, пацаны. Не ссы. Так, ребят, вы позади идите. Я сталкер, они подумают, о, сталкер, здорово, я тут такой, на. И прямо ему в борщ. И они такие, типа, за что, не надо. Здорово, как дежурим, все хорошо, может, не дотик и расскажете. Нет? Ну, как хотите. К бою! Что-то мне лагать начало. У тебя вроде дробь была. О, у тебя еще и аптечечки тут всякие. Так, пожалуйста, никто не выбегайте ко мне за спину. Так, там что, Спартак, что ли, уже выбежал? Спартак, не надо так. Чё-то ты как-то странно стоишь. Спартак. Пошла жара! Я тебе говорил, что такое Спарта. Спартак. Да хватит бегать, клоуны. Я, короче, вас просто порежу на мясо. Вот, остался Спартак. Вот тебя я лично ножом. Да ёлки! Ой, ёлки! Да ты трезненький. Нифига себе. Спартак, ты куда? Хотя же детектор медведь был и автомат калашник. Вот что ты меня кинул? Ладно, обыщу твоих дружков. Ну, у них в основном говно. Ладно, давай детектор, продам его. У тебя хотя бы аптечки, вот пусть такое. Спартак, может, ты там хотя бы на первый этаж, что ли, попал? Не, не серьезно, ну что такое? Ребята, вы Спартака не видели, а то он это куда-то упал. Я его найти не могу. О, Спартак. А я тебя потерял. А вот калаш ты просрал. Чё, как там? Параллельной вселенной, нормально все? Ну, калаш там уже просрал. Чё там? Спасибо, что не обшманываете их. Они мои, а то я убью вас. Так, ладно, гоните мою долю. За то, что я уничтожил основное население этих посудин. Все, бывай. А сейчас спать. Да куда ты меня толкаешь? Битва. А сейчас спать. Дождь капец. Так, опа. Так, кто меня обрезал? Кто меня обрезал? Меня нахер кинул. Заберите. Блин, ну, калашик не попался мне под руку. Точнее, попался, но он Спартак зажадничал и телепортировал его в другую вселенную. Ты быстро устаю. У него уже 42 кг, оказывается. Блин. Старая добрая вертикалка. Пойду положу тебя. И продам. Да хватит уставать, Дегтярев, снизь. Задолбал. Подумаешь, какие-то 42 кг.
Чего молчите? Давай, рассказывай анекдоты. Здорово, Сыч, я тебе это, пару ништяков привез. Значит, ты не будешь брать. Ну что, есть что-то новое? Мой тост, так что на, возьми чуток гранат. Да, квасу бы сейчас захотелось. Да. Все, кладем. И спать. Так, ребят, я знаю, вы любите по карманам лазить, так что пока я буду... А, да, у меня радиация. Так что пока я буду в отключке... Гулять так гулять, господи. Пока я буду в отключке, меня не трогать. Так, мне, пожалуйста, до 8. Да, недавно ты зашел выпить. Ну и слава богу. О, кушать хочется. Давай, все, пожрали, пошли. Это ну, как тебе веду расточительно, но всем остальным. Султан, там вроде у тебя еще один квест есть, так что давай, господи, сколько здесь много людей, аж это, лаги. И кто же ты к нам колес? Я качу. Ладно, я понял. Живы в лесничество идти. Ой, господи, реально, ребят, разбегайтесь уже побыстрее, а то привет, больно брат. На это смотреть. Ой, все, валим отсюда. Фух, вроде немножко отпустило так. Ну, блин, я, конечно, люблю АК-74 укороченный, но нормальный был получше. Слушайте, ребят, у вас тут это? Вдруг скинулся, ну, вы в лучших традициях. Обшмонать кинуть. О, у вас тут трупики. Дайте угадаю, они тоже пустые? Да, пустые тела. Вы их что, сонными что любили? А вот эту вот не обкрали. Ему, наверное, обидно. Все, ну это. Бобик! Бобик! Бобик, это я! Тихо! Бобик! Бобик, стой! Плохая собака. Не любят меня животные. А вот этот, а это обшмонали. Ладно. Лесничество, я уже иду. Надел так еще. Стоп, химера? Не, действительно, я только где-то химера. Ну, хотя, господи, химера, в принципе, легкая, и она все на два удара ножом и это. А, господи, это снорк вроде бы обычный. Обычные снорки. Давайте сюда, деградант, идите. Снорк. Ты куда пошел-то? Че, обиделся? Ты аж это, пошутил, ты че? Ты это? Ну куда ты? Да нормальный ты, иди сюда. Ай, вещевая зараза. Да и ну тебя. Шутку он не понимает. Мудила. Чё, тут пусто? Ну, здоров, ребят, чё тут делаем? А чё вы так кругом стоите? Что делаем? Сейчас идем на стрелу. Лично тебе делать, походу, ничего не надо. Короче, просто стой рядом и не гони волну. Ну, ладно. А я уж хотел. Идем. Так, выключу фонарик. Остаюсь я лучше с дробовиком. Посерьезнее выгляжу. Ведь так? Ведь посерьезнее? Ну скажешь посерьезнее. Илюха шпион. А тебя как зовут, чувак? Тоха. Тоха. Ты? А, ты Костя, здорово. Я пока постою. Давайте, проходите. Устраивайтесь, поудобнее. Здорово, ребят, как дела? Что делаете? Стоите? Ну ладно, очень весело. Ну ладно, я думаю, зайду. Что там показывает? Короче, артефактов малёха есть. Таких еще притаранить можем. А нам, короче, надо шпалеры и снаряды. Давайте тут этих разговоров уши глянут. Как-то вообще. Деградируйте. У меня тоже есть. Шпалеры и снаряга, не вопрос.
качество, как всегда. Ах ты, долговская крыса, бандитам стволы передаешь? Ну, мне насрать, мне главное, чтобы деньги были. Так, ребят, жирного давайте. От жирного проблем больше. Все, жирный минус, жирный отъехал. Лимончик тебе, пиндосина! Так, вали, петушар. Наши хвалят. Все, лежать. О, автомат. А то опять телепортируйся параллельно вселенную. Я тебя сейчас порву. Умри. Пафосно и со вкусом. Ладно, что у тебя было? У тебя этот автоматик, ну. Фух, я уже думал, он телепортировался тоже параллельно с членом. Чё-то вы все какие-то жадные, ребят. Так, о! А вот... О, вы уже лечитесь. Обычно я только вас лечил. Ну ладно. О, можно. Здорово. Я у тебя это возьму, это возьму, это возьму, это возьму. Это... Всё. Теперь думаю, будет получше. О, у тебя автомат. Давай-ка. Ну, какие-то у вас все стандартные. Но качество, в принципе, хорошее. Так, возьму-ка пока я, в принципе, это я разрежу, это я разрежу, это я выброшу. О, у вас вы практически не сдохли, чтобы вы, по-моему, даже вообще не сдохли. Молодцы. Молодцы, что сказать. А, нет. А, нет, это сталкер, господи. Да, я тебя обыщу там. Сейчас, ребята, я знаю, вы там меня ждете, стоите. Я... Надо же как-то экономически вылазить из задницы. Хотя, смотрю уже. Ну ладно. Чё там, ребят? Где Кастет? Это ты, Кастет? Кастет. Не Кастет. Ты, Кастет? Ты, Кастет. Всё. 5000? Спасибо. От души, ребят. Отдыхайте. Не, мне ничего, я уже ухожу. О, здорово, сталкер мне. Че, валяешься? А, ну, немножко помер. Ну ладно, бывает. Сами все стандартно. Ты автомат, что ли, подобрал? Ну, ё-моё. Разведись, выбросить. Ты господи, зачем я вообще тут корот? Да ладно, отнесу или продам. О, все. Замечательное оружие советского производства. Так, ладно, фонарик выключу, захожу как дебил. Внутри практически 10 часов, а я уже иду отдыхать. А в принципе, отличное расписание. Снорки там что-то опять включат. Так, кто у нас там? Если сталкеры, то это мои клиенты. Не, бандосы. Ну, отдыхайте, ребят, не буду мешать. Чё-то дождь идет, а его не слышно. Точно, тайник, тайник. Ой, только вспомнить, как на него забраться-то, ё-моё, уже давным-давно все забыл. Так, надо потом взять броник на заправке, потом... Хотя нет, можно пойти на сгоревший хутор, там найти дыру в полу, найти труп баржи, забрать у него улучшенный... бронекостюм, пойти... Господи, как это аномалия-то называлась? Сейчас найду. Соснодуб. Найти там труп шутника и взять у него противогаз улучшенный. Все будет, в принципе, зашибись. Так. Вот тут вот. Не могу. Не могу просто. Так. Так, на кое на shift медленно ходить. Я почему-то жму на Ч. Так, тихо, 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 Дегтярев. Всё нормально, нормально. Ты это главное не толстей. Так, а где автомат-то? Он, по-моему, тут должен быть. Да. Да,
Тьфу ты! Опять ползти. Ладно, не проблема. Так, тихонечко, тихонечко. Здесь как это вообще выглядит со стороны? Со стороны, наверное, бандосы там это угорают. Чё этот дебил на кране делает? Скорее, что я с краном делаю? Так, вот умоляю, не соскользни. Давай. Опа, молодец. И чё, у него только патроны, что ли, были? Серьезно, только патроны? Ну, блин, обидно. По-моему, раньше там коллаж был. Или у меня с памяти вообще фигово. Чё, труп Данилки там еще не валяется? А, ну да, я же сегодня не начал квест с глухарем проходить. Ой, чё, у меня перевес уже? Да, перевес. Патрончиков уже многовато. Да господи. Либо продам, либо сбагрю ИЛ-86. И также укорот сбагрю. И оставлю себе только серьезное. Кардан надо будет сейчас сходить, взять квест на шутника и баржу. Ой, сил нет. А вот сейчас уже дождь слышно. Игра прям становится лучше даже. Чё, я уже получил авторитет бандита? Ну да, получил я, молодец. Ребят, открывайте, это я. Так, первым делом... Здравствуй. Сычу. Да, здрасте, ну, здрасте. Удачи тебе. Спасибо. Вам тоже. Сыч, здорово. Ты это... Держи. Держи. Все, продать. И пару гранаток. Их все равно у меня дофига. 16 тысяч уже поднял. Круто. Пойду положу. Давай, давай, не задерживайся. 86. И починю себе броньку. Все. Отлично. Просто шикарно. Здорово, кардан. Че, опять тут синячишь? Вот, пусть. А то у меня ее уже это, запасом. Ну, чтоб руки не дрожали. Да, молодец. Давай я с тобой тоже заодно, а то что как. Как не люди. На это, еще есть. Давай еще по одной, еще как не люди. Это, чтоб работа спорила? А. Так, ладно. Так, ладно, сейчас возьмем квест, я могу передать. Так, третью бутылку давать ему не будем, а то он это... Сейчас. Пойдет сильнейший сон. О! Как хорошо! Ремонт, ремонт. И дробовик мне, пожалуйста. Пока прокачивать ничего не буду. Денег еще маловато. Ну и броник, в принципе, тоже не будет прокачивать, поскольку найду себя получше. Ой, хорошо. Так, сейчас подумаем... Куда? Кому в рабство идти? К бороде. А он там уже ничего у него не осталось, только работать за артефактами. Я дело не люблю. Глухарь. Данила. Так, ладно, пойдем пока с глухарем. Здорово. Что делаешь? Все, пошли. Давай. Так, какое задание? Исчезновение сталкера, найти пропавшего охотника. Все, без вопросов. Пошел искать. Так, по весу у меня, ну, вроде бы нормально. Ну, можно так покушать хорошо. Слава богу, ситуация позволяет. О, опустошенная шерстерка. Даже не знаю, кто это сделал. Наверное, очень плохие люди. Здорово, ребят, что стоите? Идите на скадоск, подсохните. У меня же это, медведь, можно будет это, поискать, артефакты. А трупы никто и не закопал. Типа, ну их нафиг. Блин,
Задолбал уже этот год. Можно мне солнышко? Как мне же? Так, все от меня здесь взялся. В принципе, недолго, как раз и найдем этого шутника. Точно! Винторез. Знаю, где находится. Или это было в чистом небе. Короче, узнаем. Он, в общем, если я не ошибаюсь, он находится на, в общем, на сгоревшем хуторе. Там будет дом, там по нему может быть забраться по лестнице, и там будет винторез. А вот тут, я помню, в камнях была нынька. Вроде бы с лекарственным пистолетом. Вы знаете, если не знаете. Это корица. Оп. А вот и нычка. Был прав. Медкиты, пистолеты, жрачка. Ну, пистолет мне не нужен. Да хотя он вроде место не занимает. Так, по-моему, я слышу собак. Или тушканов. Ну, просто у обоих кричащие звуки. Вроде собака. Так, ладно. Сейчас нам будет найти шутника. Я здесь, я очень долго его искал, поскольку забывал, где это все находится. Так, сейчас будет кровососа. А, кстати, по-моему, еще колобок тут находится. Так, вот тут кровосос валяется, здорово. Ты мозги свои теряешь? Ну ладно, теряешь. Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Так, это там... Ой. Собачки! Собачки, сезон охоты. Кути, кути, кути. Слушайте. Кути, а вы тут это, шутника не видели, а то, наверное, уже обглодали его давным-давно. А я это как дебил учу. Рассеялись быстро. Распались на атомы. О! Вы тоже обголодали. Так, вот твой противогаз и вот ПДА. Теперь я уверен, что артефакт не внизу. Он да. Должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно забраться. Ать. С холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с карданом. Кровосос, который живет на дереве. Ну, счет ты его не притащил. А вот я притащу, поскольку я это могу. О, а вот я типа... Там что-то внизу еще, неужели, есть? Да, внизу. Так, тихо, Дегтярев, не ломай себе ноги. Оп, оп. Так. Я знаю, тут куча аномалий. Не хочу в них падать. Опа. Я сейчас поднимусь по артефактам. Так, тихо. Тихо, опа. О, хорошо. Так. Все, серьезно, перестань вставать. Все нормально. Так, ладно, пока я мой противогаз надевать не буду. Хотя нет. Надену, а этот продам. А вот этот носить. У меня есть отличная идея насчет решения проблем с кровососами. Вообще, этот квест очень долгий. Там придется потом идти на мост, где разрушенный конвой брать. Там будет баллон с газом, этот газ закачивать сюда. А чтобы узнать вообще про этот баллон, надо идти к Сычу, за деньги узнавать про вот этот баллон. Так что я просто я сейчас... Я видел, как кровосос зашел в здание. Глухарь. Думаю, выйдет отсюда, а я их... Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Дынь, дынь, дынь. Они могут появиться откуда и угодно. Все. И проблем не будет. Так, ладно, я уже помню, где это чмо находится. Ладно, моя криворукость
Да слушай, ты сдавал своим инвизом. Ты это, питер получишь. Все. Против дробовика нет приема. Наверное. А у меня даже какой-то баг произошел. Не знаю, что это за баг был. Он то начал пихать аж 13 патронов. Слушай, Дегтярёв, ты еще раз можешь так сделать? О, слушай, а погнали уже вниз. Ладно, ты тут полчаса. О, здорово, чувак! Как-то резко я на тебя спрыгнул, ты, наверное, там кирпичи наложил, да? Слушай. А вот сейчас только вот. Да, постой спокойно, куда ж ты бежишь? Все, вроде бы все. Глухарь, мой спускаться, все нормально. А, ты уж тут стоишь, здорово. Гляди, как? Вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Наверное. Я пока сделаю квиксейв. Давай, монтёр. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной. Лови меня. Ух ты, поймал. Так, вот тут, помню, еще был артефакт. Ты что ты ползаешь, господи? Не смеши меня. Здорово, чувак. Как лежится? Я у тебя возьму медведя, патроны и все это дело. И артефакт. Ну, наверное. Это же логово кровосос. А тут нычечка. Я сейчас не полезу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. На прошлых жмуриках сейчас такого делаю, не ребят. Было. Ничего. Сейчас долезу и до той нычечки. Так, так, калаш. О, у тебя, в принципе, хорошая броня была. Гранатки, медведь. Все продам. Все продам. У меня ничего не не заваляется. Так, ну, можно немножко пожрать. Нифига себе у меня перевес. Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда. Я уже даже не заметил, как... Так, стой, дай-ка... Ну, ребят. Ну, вы серьезно? Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня... А, ладно, фиг с ним. Мне так дофига гранат, а водки... Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, пошли, глянем. Так у меня есть чем запить. Хорошо. О, что это? Черт. Тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. Вот я почему могу поорать. Ну ладно, этот раз я присяду. Я ведь присел? Да, я присел. Че, привет. Как дела, ребят? О, круто. Что делаешь? Отдыхаешь? Ну это, отдыхай. Там, та-дам, та-та-ра-та-ра-там, та-та-ра-там. Вы бы это, мозги что ли защищали, а то они как-то у вас это... А, это у вас для проветривания, я понял. Все гениально и просто. Так, слушай, если я сейчас встану и пойду, ты не побежишь на меня, как очумелый? Да хотя, знай, побежишь, конечно же. О, где там? О, энергетики. О, энергетики. Так, вот здесь еще есть энергетики, я знаю. Вы их пьете. Вроде выход. Прыгай! Ну, ты пока что прыгай, а я это, за Геркулесиком. Рассказать Бороде. Нет, Бороде я рассказывать не буду. Я буду делать по старой, доброй старинке. Оп. Давайте, говнари, идите сюда. Так, надо... Ух ты, господи, вас тут слишком много. А куда вы все побежали-то? Я это, я тут, а. О, вы заслужили, что брать. Вы больные. Я вот стою перед вами.
В углу. С фонариком. Короче. Нате. 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 Так, отсосались, 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 быстро. Да не присосались, говорю, прямо, скажу. Вы меня в текстуре. Серьезно? Вы... Так, выпустите меня из текстуры. Все. Это была ошибка. Я ушел отсюда. Так, ладно. Понял, что мою броню придется собирать по кусочкам. Ты слушай, отстань. Так хватит тут накручивать, гонщик Каян. Вы что, углов что ли боитесь? О, колбаска. О, еще колбаска. Много колбаски. Так, ребят, я в углу. Я в углу. Я в углу, все нормально. Вы должны бояться этого. Да, в углу я, в углу я, в углу я в домике. Ух ты, вот это я летел. Слушай, глухарь, я, конечно, понимаю, что ты сейчас начнешь мне говорить, типа... О, господи, моя бедная броня. Типа, иди, сходи к бороде, скажи, что там куча кровососов. Но понимаешь, проблема в том, что их нет. Их больше просто нет. Я все это странное лого ушатал. Так, надеюсь, я иду в правильную сторону. Да, я иду в правильную сторону. О, сколько я знаю все-таки нычек. Так, какой у меня вес? 54 уже. Покушаем. А, вот заодно сейчас и скат осмотрим. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. Ну, ладно. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. Ну, я расскажу, что о них пора забыть, как в плохом сне, поскольку я их мордой в говно воткнул. Все, как бы, конец. Можно забыть и простить. А броня у меня говно. Ладно, почему не продам? Оп. Ладно, сейчас осмотрим скат и, думаю, на этом закончим. Уже как давно играем. Долго, точнее. Я очень много разговариваю. О, ПБ. Продам. Все продам. Артефакт. Артефакт. А вот это не открывается. Ух ты. Вижу артефакт. Не уходи. Постой. Побудь еще чуть-чуть со мной. Оп. Так. Я пришел, чтобы тебя осмотреть. Дышите, не дышите. Еще вся раз электроника дышите. Внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Проблема. А, ну ладно. Спасибо, что смотрели. С вами был я, Аким. Всем спасибо. Всем пока.